Всем привет! Мои обзоры на пуховые хорошие вещи нужно смотреть не в шортсах вертикальных видео, а на моем канале. Большие полноформатные видео, там очень много платков, палантинов, косынок и носков. Мой канал называется «Дневник казачки». Пройдите по ссылке в комментариях. Полевых цветов веночек в утренней росе цветок, соловья запев свисточек, сок березовый глоток. Тишины послушать волю по тропинке в лес густой, поболтать с березкой вдоволь про него и про любовь. Матушка земля, Всем привет! Мои обзоры на пуховые хорошие вещи нужно смотреть не в шортсах вертикальных видео, а на моем канале. Большие полноформатные видео, там очень много платков, палантинов, косынок и носков. Мой канал называется «Дневник казачки». Пройдите по ссылке в комментариях. А снимать нельзя, платок замерз. Надо ждать, пока оттает. Когда вы пройдете по ссылке в комментариях в моих больших видео, вы увидите очень много пуховых изделий из пуха моих коз. Ну и, может быть, вы не знаете, у нас еще есть 13 коров.